И снова здравствуйте, товарищи. Что у нас? Весна наступила. А это значит что? Правильно, батарейка пересчиталась, и мне есть что вам рассказать по этому поводу. Загрузил машину всяким оборудованием, поехали что-нибудь снимем. Так, то, что машина у меня не очень чистая, это особо не смотрите. Вчера только дождик закончился. Сейчас на моечку заедем. Так. Да что? А что такое? А. Да ладно. Не может быть. Да ладно. Что, все? Так, сейчас ошибки почитаем. Так, ну эти ошибки, похоже, говорят о том, что все плохо у всех модулей. А это может быть, вероятнее всего, это разрядился аккумулятор. Ну, давайте мы тогда и посмотрим, что у нас там, где у нас открывается. Так. Похоже, планы пошли по бороде. Так. Вот он наш аккумулятор. Нам нужно 20 вольт. Так. Так, 9,8. Да это, в принципе, не так уж и плохо. И что, ему 9,8 вольт не хватило, чтобы замкнуть силовую релюху и подать уже с высоковольтной батареи заряд? Да, ну бред какой-то. Ну, похоже, не хватает. Так, ладно, я достаю штатив, будем снимать по ходу дела. Итак, пока разворачивал штатив, вот у нас 10 вольт уже на батарейке. Сейчас попробуем включить автомобиль и посмотреть, как будет меняться напряжение. К сожалению, я этого не увижу. Увидите это только вы, а я потом в записи посмотрю. Ну что ж, судя по всему, напряжение проседало сильно, вольт, наверное, до 9, и даже, в принципе, машина не пыталась включиться. Ладно, у меня есть вот такая вот фигота. Давайте посмотрим, поможет ли это или нет. Так, что у нас здесь? Здесь, наверное, вольт 16. 16. Ну, наверное, этого будет достаточно для того, чтобы, скажем так, последний шанс запустить эту чудо-колесницу. Конечно, понятно, что можно было бы купить новый аккумулятор, но это не наш метод. Этот аккумулятор верой и правдой служит уже долгие годы. Причем не в Японии, а в России машины эксплуатируются. Напомню, этот автомобиль эксплуатируется в России примерно с 2014 года, насколько я помню. Так, ну что, сейчас искранет, наверное, попробую. Ну нет, не искрануло. Что вообще происходит?
Зарядка пошла или не пошла? О, пошел, процесс пошел. Отлично. Так. Ну вот, вроде видно, как заряжается. Батареечка моя прикуривается, так сказать. От пальчиковых китайских аккумуляторов. Посмотрим, насколько это будет реально. Ага, что-то щелкнуло. Это, видимо, какая-то релюшка как раз замкнулась, которая нам нужна была. Ну, прям вообще нормально. Ничего тут не греется. О, батареечки-то прям такие тепленькие. Такие прям серьезно тепленькие. Так, ладно, наверное, пора запускать. Итак, сколько у нас? 12,5, 12,6. Будем запускать. Так, 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 так. Оп, оп, оп. Ура! Ура! Все, теперь по-быстрому все отключаем, всю эту ерунду. У нас есть заведенный автомобиль. Ну, или запущенный, как правильно сказать-то. Включенный, во. Ух ты, ух ты, тепленькие. Реально тепленькие. Интересно, а сколько же напряжение теперь составляет на отработавших свое батареечках? Было, напомню, 16 вольт, по-моему. 15,9. Ну, то есть этих батареек хватит, чтобы прикурить не один замерзший лиф, наверное. По крайней мере, летом. Ну что, товарищи, время прошло. Про аккумулятор, про высоковольтную батарею, точнее, рассказать я, наверное, уже сегодня не успею. Там обширная такая тема. Помните, там у меня на канале ролик был про раскачку батареи. Но это как бы работает в зимний период. А вот в весенний период тут есть нюансы. Сок пересчитывается, и не все так хорошо, как могло показаться ранее. И еще один момент. Вообще, как вообще эта сегодняшняя ситуация произошла, я все прокручиваю так в голове. Ну, очевидно, что аккумулятор у меня все-таки более-менее живой. И менять его, наверное, пока еще рано. Но эту штуку, кстати, я на всякий случай в бардачок положу, чтобы не озябнуть где-нибудь на природе. Вот. Аккумулятор у меня бодрый, он всю зиму нормально себя чувствовал, поэтому я не думаю, что это повторится. Но на всякий случай этот девайс, прикуриватель, я себе в бардачок закинул. А ситуация эта произошла до банальности просто. Машина в субботу никуда не ездила, не подзаряжалась. Стояли открытые двери, свет вот горел, музыка опять же играла. Но машина, ну, не включена была. А когда машина не включена, имеется в виду не в режиме готовности к поездке, когда с одного раза кнопка нажата, то высоковольтная батарея не заряжает аккумулятор. Поэтому вот так вот оно все и получилось. Сегодня был такой нежданчик. Поэтому, кому интересно, что там с высоковольтной батареей у меня, как пересчитывается сок с потеплением, подписывайтесь на канал, обязательно сниму это видео, но чуть позже. Вот. Ага. А сейчас мы посмотрим, что у нас с ошибками. Ошибки-то надо сбросить. Так. Итак, автомобиль запустился. Пробуем читать ошибки. Что у нас осталось, а что нет.
Вот так это выглядит. Не знаю, куда он наводит резкость-то. Вот здесь вот нужно. Фокус, фокус, ау. Ну, наверное, видно вам. Так. А теперь... Лучше мне, наверное, выйти немножко и вот так вот сделать. Так. Ага. Будем очищать ошибочки. Тормоза у нас в ошибку вывалились. Так. Яйцо Activation Unit какой-то. Очистим. Очистим ошибочку эту. Так. Мотор контрол 14 вольт, да? Так, это мы тоже очистим. Так, очищается. И очистим последнюю ошибочку от CC-кон какой-то. Так. А она не очистилась, похоже. О, вот теперь все. Вот так выглядит правильный лифтспайк здорового человека. Ну что, вы еще раз убедились, что все нормально. Посмотрели напряжение. Да, все нормально. Все работает. Ну что, товарищи, на этом сегодняшний выпуск считаем завершенным. Всем пока. До новых встреч. Итак, постскриптум, так сказать. Аккумулятор все-таки сдох. Промерил аэрометром плотность электролита. Нормально везде. Видимо, в одной банке пластины осыпались. Поэтому, как бы, напряжение на нем пониженное. И хоть ток он дает нормальный относительно, но Nissan Leaf по напряжению смотрит. Не нравится ему и, короче говоря, ничего не заводит. Поэтому ставим вот этот вот аккумулятор от... не знаю, от какой машины, от Nissan, наверное. На Nissan он у меня тоже стоял. И у него есть даже поддончик вот такой вот, который, в принципе, даже очень даже подходит. Поэтому все будет по заводу. Поехали. А, ну да, и клеммы еще надо будет немножко переделать. Но это не беда. Вот такой наборчик есть. Ну все, готово. Встал вот так вот аккумулятор, как тут и был. Клемма плюсовая, значит, остается лишняя. Минусовая прям вот так вот подошла, можно сказать. Вот эти вот новые клеммы, которые прикручены к старым, это в любом автомобильном магазине такие продаются. Поэтому первая проблема с несовпадающими клеммами, это вообще не проблема. Ну и вторая проблема по месту, он совпадает идеально с площадкой. То есть все там вообще отлично. Так что все, теперь вот точно все. Ниссанчик будет ездить.